меня из дома. За плечи обняла, рюкзак верхом надела, на спину кинулась, судьба так захотела. Немного, немало, еще чуть-чуть и улечу, а те, кто остались, до скорого я им кричу. И полетели ноги так легко, как небо, и распахнулись руки к тем, кто счастлив не был. Не удержать дыхание, ветром я наполнен. Моя душа на крыльях к свежести несется, сквозь кроны листьев по ручьям, к могучим скалам, берегам, по склонам с камня и песка, по водопадам. По-настоящему вдохну, по-настоящему живу я полной грудью, без обмана. В лесных просторах, по реке, в макушках сосен, вдалеке останусь я мечтать, что скоро лучи на землю упадут, ковром зеленым зацветут, и счастье всем подарят людям. Спрятав глубоко в карман свободу, море, океан, проснется в мире вдохновенье. Угрюмых серых дней домов покинут массы городов, уйдут на север, может, к югу. Уйдут, оставят позади, шипеньем радио звучит, пусты постели небоскреба. Весна пришла из-за угла, оставьте, люди, города, хватайте теплый чай и термос. Мы отправляемся с утра, с восходом солнца на